Следующая неделя пройдет под знаком кино. В столице республики стартует Всечувашский кинофестиваль «Асан» уже в четвертый раз. Будут работать три площадки. Авторы представят 33 фильма, 18 документальных, 8 игровых и 7 внеконкурсных. Посмотреть все произведения можно бесплатно. Лучших авторов ждут награды. Такие же, значит, статуэтками и дипломами награждаем людей, которые много сделали для развития чувашского кино. Вот первыми обладателями вот такого подарка, диплома, у нас были Максим Кошкинский и Таня Юн. В форме национального орнамента это вода, это земля. На земле, значит, в форме опять чувашского орнамента это две змеи, это змеи. Значит, в форме столба это, значит, фигура девушки, которая держит руками солнце.